Единый день приема граждан прошел в Карелии. Глава республики, а также несколько руководителей республиканских и федеральных ведомств провели его в Беломорске. Состояние автодорог, расселение аварийного жилья, поддержка многодетных семей. Такова тематика вопросов, с которыми пришли на личный прием к Артуру Парфинчикову жители Беломорского района. Часть из них решилась в ходе встречи. Так, например, было оказано содействие в устройстве ребенка в детский сад, обеспечении льготными лекарствами, а также сносе ветхого здания. Многие обратившиеся жаловались на плохое состояние дорог в районе. Артур Парфинчиков напомнил, что на один из самых проблемных участков Пушной Беломорск было выделено из регионального бюджета в рамках празднования Дня Республики порядка 46 миллионов рублей. К началу июля эту дорогу должны привести в порядок. Кроме того, планируется ремонт автомобильных дорог в самом Беломорске. Глава рассмотрел 27 обращений жителей района. Всего в единый день приема в Беломорске было принято 138 человек.